Всех приветствую на своем канале. Решила я сделать не то чтобы обзор, наверное, заснять. Я не знаю, насколько это будет мастер-класс, но то, как я делаю шампунь на основе набора для детского творчества, но для жирных волос. Раньше я все это фотографировала просто на этот фотоаппарат и скидывала в свою травную группу, а теперь, раз уж я веду канал, то, возможно, мне даже не придется отвлекаться на фотик. Ну, конечно, не придется, да, и я просто буду писать, как это выйдет. Надеюсь, выйдет вменяемо, и меня будет видно. И да, вот я тут взяла таки будильник, чтобы заметить, сколько же тут у меня времени, чтобы я эти 17 минут, если вдруг проговорю и проделаю, и у меня получится больше, и фотик у меня... В общем, я заметила, когда он начнет вырубаться. Вот у меня тут сделанный 30 апреля 2016 года отвар череды в бутыльке из-под Fresh Line. Я обычно записываю все свои опыты, что куда, во сколько, когда клала на листик, ну и, соответственно, за ручку. Ручкой. В общем, я его давно не открывала. С момента, наверное, как сделала обзор. Если бы не одна девочка, надеюсь, все-таки это была девочка, не мальчик, которая у меня сегодня прыгала в комментариях, в основном под мыльными моими видосиками, я бы, наверное, не сподобилась именно сегодня это делать. Потому что у меня, в принципе, еще висит красавица недопиленная, облепиха не разобрана, еще куча дел. В общем, что у нас тут? Состав набора. Ну, я тогда делала обзор этого набора. Сейчас я соображу, как его вскрыть. Вот у нас бла-бла-бла, как все делается. Точнее, в основном история шампуня, полезная людям. У нас тут налейте 50 мл основы в чашу для смешивания и добавьте 50 мл воды. Я думаю, что вместо воды как раз лучше взять отвар череды. К тому же я погуглила сейчас в Яндексе череда для жирных волос самое то. Я же не могу все помнить и все знать, да? Добавить 15-20 капель экстракта ромашки. А тут перемешайте до однородности. Слушайте, привыкла справа налево читать, да как-то это я даже не смотрю, что тут надо слева направо. И что это даже не столбик, а именно так вот. Благо не как в Древней Греции туда и обратно. Кажется, там у них было так. Перемешайте до однородности. В общем, что у нас тут есть? У нас тут есть бутылек. Я так понимаю, что он, наверное, на 100 мл. Раз по 50. У нас тут есть, если это 50 мл, надо бы, конечно, весы, наверное, с собой взять. Но я про весы забыла. Основа для шампуня. Или просто пузырек слегка побольше. Так, у нас тут есть палочка. Такой можно лопать мороженое. У нас тут есть губочка. Без понятия для чего. Красное яблоко. Я, кстати, красное яблоко, эти красители, ароматизаторы, я ложить сюда не буду. Вот про эфирные масла я забыла совершенно. Не знаю, но, наверное, все-таки, возможно, поставлю на паузу и схожу за эфирными маслами. Ну, тут у нас протеин пшеницы. А еще у нас экстракт ромашки. Да, банан я, помнится, заделала в ствола где-то там в какое-то мыло. Красное яблоко. Так, протеин пшеницы. Экстракт ромашки, думаю, ромашка с чередой сочтется как-нибудь. Потому что обе успокаивающие. И если ромашка и шампунь обычно для всех типов волос, то вот если добавить череду, то это у нас уже будет исключительно даже для жирных подойдет. Ну, для нормальных и жирных волос получится, да? Так, у нас тут морская соль, перчатки и вот эта хренотень для смешивания. Я думаю, пока вот это можно мне убрать. Ну, или хотя бы сдвинуть. Такс, что тут у нас? Это все вылезть сюда. Все-таки пойду-ка я за своими весами. И вот я снова тут. Взяла я свои весы.
Правда, я сейчас поняла, что надо все-таки было, наверное, найти какой-нибудь флакончик на 50 миллилитров. Ну или ориентироваться вот по этому вот, потому что сколько-то грамм вот этот тюбик точно должен весить. Ну и я решила, что ароматизировать можно мандариновым маслом, потому что мандариновое масло хорошо для жирных волос. Ну и для кожи головы в частности, а еще хорошо, если у вас не сильная мигрень. Ну, если, допустим, вы перестали пользоваться таблетки, а хотите попробовать что-то иное, то можно виски или там какую-то часть головы болящую мазать вот этим маслом. Мне когда-то давно подсадила на него моя одноклассница, возможно, лет 10 назад. Но еще как раз вот на истоках, да, когда я вот еще только начинала заниматься травами и прочей такой лабудой. И только еще мечтала делать что-то мыльное, но мне все руки не доходили. Кстати, та самая одноклассница, которая потом мне подарила мыльную основу. Так, вот тут у нас, ну, немножко есть. Кстати, фирма Аспера, мандарин, 100% натуральное эфирное масло. В общем, сейчас мы это действо, кстати, надо хоть взвесить, точно ли тут 50 миллилитров. А то эти детские наборы какое-то одно сплошное обман, короче говоря. Ну, судя по граммам, тут 62 грамма. Сейчас перейдем на миллилитры. А миллилитров тут 63. Ну, допустим, действительно, тут 50 миллилитров. И 13 миллилитров, то бишь 12 грамм, это вот эта бутылочка. И сейчас мы это счастье сюда перельем. Вообще можно открыть так. Думаю, так и сделаю. Сейчас должно быть полностью видно мою черепушку. Но я на всякий случай приподниму это действо. Что-то оно как-то капает очень с трудом. Пожалуй, я его открою. В общем, чтобы сделать шампунь, по инструкции надо один к одному это сделать. Взять мыльную жидкую основу и 50 миллилитров воды или отвара, в моем случае. Ну, капает, капает, а время-то я не заметила. У меня слегка стол трясется, ну и часы слегка тикают. Возможно, вы словите какой-нибудь СМР. Потому что я говорю сейчас не особо громко. В общем, я думаю, что оно тут практически все докапало. А что не успело, мы сейчас сюда дольем этой привести. Кстати, лапы я уже испачкала слегка в этом мыле. Я помню, что меня просили делать мастер-класс, как делать гель для душа. Я его делала вообще чисто так по фоткам. В своей группе писала, что и как. Но я думаю, доберусь я все-таки и для геля для душа в виде мастер-класса. Хотя мне уже сказали, что это не мастер-класс, а опыт и тому подобное. Но человек, я так понимаю, хотел пропиариться. Да благословит ее ее Бог. Или его. Все-таки надо, наверное, взять эту фиговину волшебную. А где эта волшебная фиговина? А во что же мне это перевить там? Вот люди, уедете тут на несколько дней дома, а ваша благочестивая родня всю стоп на уши перевернет. И фиг вы найдете фиговину, через которую можно перелить. Не судьба мне, видимо. Ладно, постараюсь как-нибудь так. Так, где мои волшебные весы? Миллилитры. Маловато. Надо еще чутка налить.
Подожди еще немножко. И еще совсем чуть-чуть. Пузырик. Ну ладно, будем считать, что все-таки это более жидкое, чем вот это вот. И пару грамм погода не сделает. Там и сюда выливаем. Потом мы это счастье помоем. Пригодится. Так, в общем, мы перелили. И перемешать до однородной, но не слишком интенсивно, чтобы не образовалась пена. В общем, медленно перемешиваем. Кстати, да, внизу там получается такой сгусточек этого жидкого мыльного средства. Но на самом деле густого, гелеобразного такого. Куда ж дели мою воронку-то? Блин. Беда-беда. Огорчение. Так, добавим 20 капель экстракта ромашки. А затем 10-15. 5-10, точнее, пшеницы. Можно сказать, что мы до однородной массы перемешали. И при этом оно не вспенилось. Что у нас тут? Ромашка. Кто ж тебя так загрызла, ромашка? Фиг скроя, блин. Рука проскальзывает. Блин. Вот же гадство. Без волшебного ножа не обойтись. Рекламирую нож из Dixie. Ой, упали. О, мало каши ела. Вот не поверите, оно чем-то таким загадочным пахнет. Я даже боюсь как-то это лить. Ну, сейчас рискнем зарубим. Воды. Два. Слушайте, так тяжело нажимать. Эти капли можно 300 лет выдавливать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кстати, вовремя надо поругать вещь, тогда она будет работать нормально. Даже черту не пришлось поминать. Вот. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас тут 20 капель этого счастья. На всякий случай все напишу, что 20 капель было. Так. Теперь, по ходу дела, опять без ножа не обойтись. Протеин пшеницы. 10 капель. Выглядит он как-то более аппетитно. Случайно получилось 12 капель. Потому что он вдруг внезапно стал докапываться. Ну, думаю, 12 капель погоды не сделает. Так, все хорошо размешайте. В течение нескольких минут. Угу.
Да, и баромашка какими-то сгустками вообще. В общем, выберите аромат для своего шампуня и добавьте 2-3 капли ароматизатора, соответствующего запаха. Ароматизатора-красителя. А то у меня там кто-то бугуртил в канатах. Соответствующего запаха и цвета хорошо перемешайте, чтобы смесь получилась однородной. Так. Ну, так как на мыло, на мыльную основу надо до 10 капель эфирного масла, то я думаю, что действительно 3 капель хватит. Тут 50 же грамм, к тому же она жидкая. Ну, капать будешь. Получилось 4. Ибо сначала мы не хотели капать, а потом потерли. Так, и снова перемешать. А потом четверть чайной ложки вот этого чуда, то бишь обычной морской соли, добавить для загустения. Чайные ложки. Легко сковать. Не забыла я про ножницы, которые есть только в моей комнате, еще куда-то заныканы. Эх. Ну, не то чтобы тут четверть. Ну, 1/3 точно есть. Такой белый порошок. Ничем не пахнет. Да, я, кстати, читала, что чтобы загустить там самопальный шампунь или что-то в этом роде, надо добавлять соль. Даже покупала себе на Юкису жидкую основу для шампуня, добавляла соль, но что-то по их рецепту, что-то оно как-то не перло меня. А, кстати, вот это реально густеет. Там, правда, тогда на Юкису были какие-то загадочные пропорции. Не поверите, оно реально густеет. В общем, надо на 50, на 50, 1/3 чайной ложки. Я сейчас, пожалуй, пока поставлю на паузу, потому что все-таки я хочу найти эту сказочную фиговину, через которую переливается. Забыла, как ее, воронку. Очень интересно, куда же моя родня ее зафигачила. Аж 2 штуки. Поэтому не прощаюсь. Так, и вот оказалась она на самом видном месте. Ну, так приконнектилось, что с первого раза и не разглядишь. В общем, хорошо, что я вовремя нажала на эту свою паузу, потому что там оставалось 14 минут, уже, в смысле, 14 минут я проговорила. И там у меня уже батарейка слегка подразряжается. Ножики, пожалуй, пока засуну обратно. И пока у меня окончательно все тут не загустило, сейчас я попытаюсь сюда это перелить. Ну, я надеюсь, завтра затестирую, потому что сегодня уже вроде как поздновато, я мыл свою башечку ромашковым шампунем из Беларуськи.
Я думаю, таким же образом можно, в принципе, сделать гель для душа. Потому что иногда же мы моем голову гелем, который для душа и для тела, да, вот как и фрашевские бывают. Ну и, правда, в пропорциях, если брать обычную основу, я там так особо для себя не поняла, то ли 1:3 надо делать, то ли 1:5. Но я думаю, что все-таки я потом сделаю этот самый мастер-класс, или, по крайней мере, процесс этого эксперимента запишу. Как все-таки у меня давно просили, не знаю, я надеюсь, что все еще нужно это было сделать. Ну и в итоге у нас получилось. Забыла я опять взвесить эту бутылочку. Вот столько шампуньки. Сейчас я ее просто так взвесу. Я думала, она... Ну, в принципе, они одинаковые. Если ее без крышечки взвесить и убедиться, сколько же она все-таки весит. Так, давай, включайся. В общем, оно показывает нам без крышечки 21 миллилитр, то бишь все-таки нас, мягко говоря, обманули, и там было не 50 миллилитров заявленных, а если 63 минус 21, будет 42 миллилитра. Или же сейчас посмотрим по граммам. Да, у нас было граммов 62 вместе, это то бишь у нас было в итоге 40 миллилитров жидкого мыла, так сказать, жидкой мыльной основы. Не покупайте вот такой набор. Это сплошной обман. Но это только так, ради эксперимента. Если учитывать, что бутылочка у нас 22 грамма, то 86 минус 22 у нас будет 64 грамма шампуня. И она уже в миллилитрах. Ну да, примерно так же в миллилитрах, 63 миллилитра шампуня. Ну, где-то получилось у нас, значит, если бутылочка весила, ну да, вот где-то 1:1. Ну и плюс еще минимально там на все эти капельки. Но, по крайней мере, эксперимент удался, и действительно солью можно загустить до нужной консистенции. Он довольно такой, не сказать, что жидкий и не сильно густой шампунчик. В общем, всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до конца, и до новых встреч. Пока!